Авиадебоширам в России запретят летать в течение 3 лет. Соответствующую поправку к Воздушному кодексу разработает Комитет Госдумы по транспорту. Планируется, в частности, создать черный список, куда занесут всех нарушителей порядка. Реестр будет опубликован на сайте Росавиации. И с этого момента авиадебоширам запретят продажу билетов и полеты на 3 года. Предусмотрены, однако, и исключения. Например, попавшим в черный список можно будет летать на лечение, похороны родственников. Также они смогут сопровождать на борту инвалида или возвращаться в Россию из стран, откуда можно добраться лишь самолетом.